каждым днем такое случается все чаще. Сильные притесняют слабых. Но мстители не были такими. Я верила в это всем сердцем. И я все думаю. Это случилось не просто так. Может, именно этого я и ждала. Может, я наконец-то стала частью чего-то большего. Всем привет, вы на канале Темная Рыцарь Геймс, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Мстители Марвел. У нас почти до 7-я часть игры под названием «Светский визит». Я желаю всем приятного просмотра. Но перед тем, как мы начнем проходить данную серию, хотел бы вас спросить. Как меня видно, хорошо или плохо, это очень важно. Я просто не очень люблю искать освещение, я сам прекрасно это знаю. Но, увы, у меня пока правда нет денег, как я учусь и такое, студенты, и проще, у меня не скоро появятся денежки. А если как появится, я обязательно куплю себе более-менее хорошее освещение. Но пока работаем с чем есть. Поэтому извините меня, если меня может быть не очень хорошо видно. Правда, я извиняюсь за это перед вами всеми, на самом деле. Всем огромное спасибо за поддержку и за все. Огромное всем спасибо. Так, начнем мы данную серию с помещения комната вред. Ладно, верю на слово. Наверное. У вас. Комната вред находится на нижнем уровне ангара. Спасибо, Джарвис. Так, отработайте комнату вред. Обработайте комнату вред в ангаре. Обработайте? Подожди. Блин, не туда нажал, ладно. Так, быстренько коллекция. Получается у нас сводка. Подожди, что еще новый? Элитный синтоид. Я же говорю, элитный. Да, в предыдущей серии были эти ублюдки. Еще те, блин. Так, получается, подожди. Может, мы что-нибудь выполним, а? Чтобы получить бесплатное. Так, побеждайте Эко. Может, что-нибудь другое? Обновить. Так, поведите силу из 5 или более успешных ударов. Вот это можно, на самом деле. Погнали! На нижнюю палубу. Сходим к искателю лаги мстителей. Честно скажу, блин, эта игра просто очень классная, прикольная и интересная. Я правда надеюсь, что меня более-менее хорошо видно. Так, Ванька, куда нам вообще идти? А, вот сначала сюда, все правда. Так. Попробуйте, а не отработайте. Тут что-то такого нету. В принципе, на самом деле. Ну да, тут почти должны были новости идти, да? Но их нету почему-то. Ну, по крайней мере, я увидел. Ну, ладненько, я просто смотрю, бывает, не на предыдущей серии у людей, которые такие же, как я, проходил, просто смотрю. И бывает тоже игра тупит. Я не знаю, с чем это связано, конечно, но игра правда бывает тупит. Это все взаправду. В смысле, меня только что доставили квинджетом на секретную базу щита. И мы видели Ника Фьюри. А теперь я болтаю с Джарвисом и слюни пускаю, как первоклашка. Прости. Не стоит извинений, мисс Хан. Депенный мистик, блин, Камау то же самое делал бы на самом деле, бля. Прикольный квинжет, суперский вообще класс, а. Так получится, ну, мы вроде бы идем в неправильное направление. Да уж, блин, это очень классная, прикольная игра. И мне очень нравится проходить игры с веб-камерой. Я поэтому спрашиваю ваше мнение. Так, подожди, я вроде тут стою. Получается, мне куда-то идти? Так, подожди, квинжет тут. Получается, нам надо идти... А, я не туда пошел. Все, я понял. Знаете, наподобие, получается, вот эта дверь... А, конечно, скакаете, помните Люди Икса? Я помню, я уже говорил в следующей серии, но тем не менее... А когда получится доктор, блин, забыл его, умный, который был, который мог мысли людей проникать и находить именно среди людей-мутантов. Профессор, по-моему, или как и забыл, в общем говоря. Вот, такая же подобие дверь была. Ладно, не суть. Блин, это очень классная игра. Хоть я уже повторяюсь, но тем не менее. Также все раз спасибо за поддержку меня и моего канала. Я правда стараюсь для вас, очень-очень реально стараюсь, улучшая свои навыки и... Картинки, превьюки, описание и все-все остальное. Классно это чего? Мы на миссии почему-то архив, получается, на чего-то миссии. Или на... Да, на ней гоняли, а. Классно это чего, ничего не скажешь. Супер бомба. Так сказать, на 5-й, а не на 4-й. Так, подожди, 4-я миссия, это получается, мы только с Халком встретились, а в 5-й мы уже с ним работали вместе и гасили
мерзость. Особенно прикольный конец был пятой серии, блин. Я тебе уже говорил в шестой части это, но тем не менее, как Халк Шоп надрал мерзость, это просто было шикарно, а. Не знаю, убил, не убил мерзость, но уже полный конкретно ему надрал. Хотя мерзость, в принципе, не слабо был заводить такой босса. Нехило, такой классный. Мы заходим на, получше тренировочный лагерь Мстителей. Класс, посмотрим, что состоит из нас лагерь Мстителей. Так, используйте консоль, чтобы активировать комнату врез. Так, консоль. Ангашки. Сейчас консоль у нас находится там, а тут у нас всякие-всякие прибамбасики, да? А, вот она, консоль. Прикольно. Ух, поехали. Будет что будет, не знаю, кому будем играть, какая будет у нас тренировка, но я очень, как и вы, в принципе, с нетерпением жду. Вообще сам недоумение, а. Так, комната врез. То пожаловать в комнату виртуальной реальности, стреляли единоборств. Также известно как комната врез. Комната врез и это боевой симулятор, в котором мстители могут тренироваться и отрабатывать свои навыки и способности. Вау, круто! Давайте отработаем. Мы же человек. Добро пожаловать в комнату виртуальной реальности для единоборств. Вау! Я железный человек! Разумеется. Ого. Я загрузил старый боевой симулятор мистера Старка. Надеюсь, вы не против. Издеваешься? Подожди. Я железный человек! Кто на меня? Виртуальные негодяи! Давай. Так, отбейте волну врагов. Ага. Получайте. Патроиды, синтоиды, а? Есть! Первая тренировка прошла успешно. Дальше будет труднее. Так, получается, нажмите левой, потом... Ага. Понял. Так, получается у нас... Ага. Давай. Нет, тут у нас попал по нам, а. Давай, еще раз, давай. Будь два. Есть. Давай. Есть! Вообще суперовский, а. Второе испытание прошло успешно. Так получится, у нас удерживайте левый забыл, как кнопка называется. А, контр. Нажмите на. В принципе, попробуем. Так, получается, у нас нужно наоборот, да? Я же правильно удерживаю? А, вот что надо будет сделать. Давай еще раз, давай. Любой 20 на 2. Ха-ха. Вау, последний раз. Так, бунтобос. Ай, бунтободик, а. Есть. Думаю, этого достаточно. Супер, хорошо. Класс. Фух. Испытание второе прошло успешно. И даже третье испытание. Так, защита. Ага, синий и желтый индикаторы. При противоположной вражеской атаке нажмите Q, чтобы защититься от атак. От атаки. Блин, извините. Вау, получится синее, ага. Вау, супер, блин, класс. Идеально. Блин, а пока такие испытания легенькие. Это можно легко выполнить, а? Именно тренировочка. А вот это уже будет посложнее. Я могу использовать защитные способности только если особая шкала этой способности хотя бы частично заполнена. Понял. Так, вы постащите особую атаку. Давай, ладненько. Получайте, синтоиды. И все. Просто надо было тупо разобрать. Вот, это вообще круто, да? Железный человек играть. Я надеюсь, мы в этой серии с помощью Джарвиса найдем Тони Старка. Блин, все что ли? Эй, подожди. Подожди. Думаю, этого достаточно. Просто надо было постоять, и все. Элементарно, Ватсон. А вот это уже будет посложнее. Блин. Вот это пипец, а, Фолти. Ага. Так, левый спустится, левый. Ага. Получается. О, теперь... Вы с ума
Вау. Так, уклонение в воздухе. Уже самое сложное, мне кажется, будет, а? Еще для меня. Ага. Давай, давай. Давай, давай. Ну, ну, кто следующий? Вау, блин, ну поближе подойдем. Последняя атака, а? Давай. Не-не. О, вот это было тупо, вот это было плохо. Так, подожди. Есть! Все, есть, супер, класс. Как же это легко на самом деле, а? Отбейте врагов. Ты, ё-моё. Нифига себе, у вас сколько, самое главное верхних убить, а? Потому что других. Так, получается у нас... Подожди, нам уже можно кое-что другое будет сделать. Вау, ну просто было классно, смотри, так сделать, а? Побежите, так. Побежден волн. Ага, 4 волны надо подержаться. Окей, окей, давайте. А тут кто уже? Ага, вот этот придурок. Ух ты. Получится мне это... Сначала надо... Во, так, вот, супер. Сначала главное этих снести. Придурков в воздухе, да, ну. Потому что этого дебила. Опа, опа, могу. А смогу я его? Давайте его так пофигачим, а. Нифига себе. Воздухе. Супер. Да они скажут, мы боимся тебя, Камала Хан. Выглядишь для человека. Супер, блин. Какая шикарная игрушка, а. Надеюсь, мы реально доносили. Найдем Тони Старка. Я очень хочу найти его. Посмотри, как он еще выглядит, а. Спустя 5 лет. Ой, подожди, атака. Можно от них уклоняться, значит, давайте уклонимся. О, вау, получилось. Есть, так, еще последняя атака, ага. Так получайте, мудрочивая. Вау, вот это было круто. Вау, вау, вот это вообще было шикардос. В воздухе, блин, ого. А вот это вообще пожестче будет тип. Че, жизнь так тратит быстро, а? Подождите, с чего слабенького убьем, а? Вот этого. Есть. А теперь этого. Тут уже пожестче будет. Подожди. Эй, подожди, придурок. Есть. Блин, у меня уже разрядился. Подождите, я что-то... По-моему, сейчас надо подзарядиться, да. Так, поставь здесь, постоим. Фух. Пошел нахрен, ублюдок. Так, теперь давайте попробуем уклониться от этого дебила. Прям напрямую, то есть так, ты конечно крут, но я не настолько. Вау, есть, все, победили большого мудийского ублюдка. Испытание в комнате вред. Ага, поздравляю, вы прошли в боевой симулятор комнаты, витая реальности. Долина Босс, теперь вам доступны более трудные испытания в комнате вред. Вы можете выбрать их с помощью штаб. Что много стола. Вау. Все? А можно класс. Еще раз? Как пожелаете. Но я, кажется, обнаружил местонахождение мистера Старка. Во, супер, о, есть. Уже лечу. Супер, мы нашли местоположение. Мистер Старк находился в поместье Золотые Акры. Возможно, там есть указание на его нынешнее место пребывания. Никогда не слышала о нем. Он явно не хочет, чтобы его нашли. Верно. Поместье расположено далеко в Неваде. Я могу дать вам точные координаты. Так, нажмите Tab и экран целей. Ага, окей, окей. Так, освеживание зданий, ага. Все, понял. Так, получается, у нас обучение Халк. Тот самый Халк. Ага. Так, получается, вы будете здание состояния зеленой. Состояние зеленой, общий сбор. Получается, у нас испытание комната вред. Обязательно выполним, но уже в следующей серии. Я думаю, сначала мы пойдем все-таки испытания именно же за деле человека найти. Так, отслеживайте зданий. Используйте мышь, чтобы выделить экспедицию.
Так, получается вот это. Ага. Получается нам это... А, все задания, в общем, отслеживаем. Все. Все? Так, теперь... О, доступная культовая экспедиция. Вау, доступная культовая экспедиция героя. Тот самый Халк. Чтобы начать... Чтобы начать экспедицию, выберите, на что на столе состояние зеленой. За прохождение экспедиции героя вы получите эксклюзивное снаряжение и культовый костюм Халка. Вау. Так, ну а сейчас мы на начисление человека данной серии, поэтому да. Так, общий сбор, счетная кампания 12%. Так, получается у нас... Нет. Место для общения, так. Так, получается, подожди. Северно-западное побережье США. Так, подожди, а... Получается, четвертое, да? Подожди. По-моему, вот это, да? Так, пустынное место под контролем АИМ. Где сопротивление устроило свой штаб-квартиру «Муравейник». Блин, какая же у нас самая главная именно? 4 получается, это я понял. Ну а где? Где именно находится Тони Старк? Ну ты пока я что-то чуть-чуть пропустил. Блин, получается... Я просто боюсь, что сейчас нажму на другую серию, получится так, что я хочу, а? Светский визит, сюжетное задание. Одиночная игра. Вот, есть. Супер. Я правильно выбрал. А, пока кобыбку я даю вырубать, значит поболтаем, а? Блин, это прикольненькая игрушка, каждый герой по-своему уникален, интересен и прикольный. Кстати говоря, в игре просто раскрываются мстители реально до неузнаваемости, а? На самом деле, что было бы, если события фильма происходили именно как в игре? Мстители распались, прошло 5 лет, но... Смотрите, там разводного... Не знаю, что было бы. Опа-опачи. Это очень в духе Тони. Иди первый. Вы увидели? Это был баг? Или что? Да все золотые... Ака, видели? Просто тупо сквозь прошел Камала. Вот супер, так, подожди, супер. Вау, блин, какой же следующий задание помнить? Может мне потом поиграть в состояние зеленой? В следующей серии. Или... Кто это? Я не знаю на самом деле, а? Коллекция, сводка. Так, получается, регион. Ага, золотые акры. Ну, в принципе, интересно, но здесь долго очень читать, поэтому воздержимся от чтивы. Пойдем дальше. Наконец-таки найдем уже Тони Старка. Не верится, дай 5. Что мы собираемся постучать в дверь Тони Старка. Пойдите на территории поместья. Мне тоже не верится. Он управляется с той стороны. Ты сможешь перебраться? Конечно. Я могу разметать камни, но зеленый здоровяк не лучший переговорщик. Это идея. Не получается так. А вот и все. Погнали. Теперь я понимаю, почему вам это нравится. Он любит крушить все вокруг. Не я. Ой-ой. Это же весело. Походу не очень, а? А Вадика нам надо мост отпустить, да? Ну да. Светский визит. Подожди. Давай. Епа. Блин, это очень интересная игра. Но ведь классно же быть Халком. Хоть что-то же вам нравится. Давай лучше займемся мостом. Да, конечно, не нравится. А вы что будете делать? Молча стоять все это время? Вау. Ну да, отличный план. Хотите. Весельчак, Брюс, ничего не скажешь. Веселый человек, а позитивный. Не, может, он... Не, Брюс неплохой, но... Да, скажу честно, какой-то унылый. Так, камушки. Ага. F. Есть. Видели, какие руки у Камау большие стали, а? Так, все соединения с интернетом. Вот, блин, это, походу, у меня что-то с интернета случилось. Ё-моё. Эй, Камау, подожди. Эй, вау,
Ого. Ты в порядке? Все супер. Кажется, я вижу особняк. Отлично. Ты можешь прыгнуть и опустить мост. Конечно. Так, опустите давай. Мост. У тебя получится. Прыгни чуть-чуть дальше. Это получается, надо разбег. Вау-вау. Ну все, получилось. Есть. Я все еще жду у моста, Камала. Все, Брюс, да? Добро пожаловать. Пора применить силу. Эй, подожди. Ага. Та-дам! Покорнейше прошу вас пройти в замок сэра Старка. Супер. Так, выйти на территории поместья. Ладно, ладно. Неплохо. Супер, просто ну, шикарно, Брюса. Это что, подборка топ-5 песен для крутых разборок? Ага. Узнаю номер 4. Вау. О-о-о! Интересно, мистер Старк даст мне покататься? Не знаю, не знаю, до 16, в принципе, сокольщика мали лет, а? Я думаю, ей на лет, в принципе, на 18, поэтому, думаю, Тони Старк одобрит и даст ей покататься. А вот там находится Тони Старк, я больше уверен, поэтому я временно вырублю веб-камеру. Не скучайте, смотрите мои видеоролики с удовольствием. Привет, золотые акры! Не может быть. Хватит оттягивать. И Тони Старк? Тот самый Старк живет тут? Похоже на то. Тони. Привет. Плохой день? О, как и пять. Ну, зато тут тихо. Угу. Было. Я... Эй, назад! О, прости, а ты кто? Камала. Ну так, Камала, твой зеленоглазый друг у меня в черном списке. Ладно. Я заслужил. Еще как, твою мать заслужил. Опасны ли мстители для общества? Вот в чем была суть, Брюс. В этом была суть. Ты хоть заглядывал в данные? Ты заглядывал в данные? Это была подстава, Брюс. Нет. Нас перехитрили. Нет, Террегановый реактор был нестабилен. Ты это знал. Знал и все равно захотел похвастаться им перед всем миром. И что, нам отступить? Это не отступление, Тони. Это... крах! Я хотя бы это признал! Нет. Мы подвели его. Подвели его. Тони, не знаю, сколько ты будешь на меня злиться, и, если честно, мне плевать. Злись сколько хочешь. Она из нелюдей. Из-за нас. Ей нужна помощь. Я не могу. Не могу. Не можете? Бросаете меня? Дело не в тебе, девочка. Нет, это ведь его стиль, верно? Кстати, оглянись по сторонам, а? Мне бы себе-то помочь. Зря я приехал. Хоть в чем-то мы согласны. И что, вы просто уйдете? Мстителей подставили! Кэпа убили! А то я не знаю. А? Сколько раз я прокручивал этот день в голове? Мстители виноваты, хоть и многих спасли, а этот ублюдок Тарлтон вышел сухим из воды. И знаешь что? Знаешь, что всем плевать? Всем плевать. Миру нужны виноватые, и он дал им козлов отпущения. И если у вас нет потрясных улик,
валите-ка оба с моей земли. Это что? Улики. Сейчас посмотрим. Вы не с того начали. Раньше сказать не судьба? Нет, нет, нет. Не садись на диван. Ты еще в списке. Где ты это взяла? Подобрала ваш пароль в одном блоге. Неплохо. Блин, ваш пароль был «Я железный человек». Правда? Ха, забыл поменять. Твою же... Знаю, она не полная. На сервере АИМ целая папка. Нет-нет, это еще не все. Что? А? Вот же, умно. Выглядит как поврежденный файл. Пара часов, и я расшифрую. Что это? Что за танцовщица? О, нет. Надо сматываться. Что? Ты знаешь эту фанатку Элтона Джона? Я сумела сбежать из Джерси, благодаря предупреждению про АИМ. Надо же, танцовщица. Нам пора уходить. Быстро. Фу. Что ж, я бы назвался Рокетмен. Ладно, пойду оденусь. Там есть броня? Да, типа того. Посмотрим. Прошу прощения, я переоденусь в менее удобный костюм. Вау, теперь будем играть от Тони Старка. Ведь скажите, он крутой, его, да, ему идет. Просто прическа такая, знаете, обычно ему, стандартно ему больше идет. Ну да, ладненько, классная игра. Так, ладненько, что мы можем сделать внешний вид? Вау, видели, какой костюм был? Это первый его костюм, Железная воля. Ого, ну таких костюмов, в принципе, даже и не было у Тони Старка на самом деле, а. А ну-ка, ну-ка, давайте снаряжение. Так, получается у нас защита. Ага, ну пока, в принципе, больше ничего мы не можем, да? Прирост удержания. Давайте, получается, прирост сделаем. Во, видели? Улучшили, получается, еще лучше. Ну вот, видите, получается уже жуткая неуязвимость. Ну вот, мы уже сделали сильнее Тони Старка. Так, подождите, костюмчика. Все, на самом деле, костюмы прикольные. Реально четкие костюмы, а. Ладно, погнали. Так наша задача стоит еще в чем на самом деле. Лучше поспешить. Согласен, согласен с тобой, Тони Старк. Я железный человек. Да, в конце Мстители тоже сказал в финале. Я железный человек, когда рукой щелкнул. Так, как туда попасть, а? А, вот скорее всего как. Давайте, ладно. Прикольненько поиграть просто за человека, не меня поставить, то есть только в костюме. Просто то не столько обычного человека. Поле боя, невольно. Не давайте. Так, Брюс никак не научится брать на себя ответственность. Найдите репульсные перчатки. Окей, окей. Ого. Похоже, танцовщица говорила правду. Медведь, а кто такая танцовщица? Может, это черная вдова? Опа-опа, че это у нас? Комикс! Комикс найден! Вау! Прикольно! Тебе прикольный особняк, правда, уже разрушенный более-менее, но тем не менее, прикольный особняк. Так, подожди, давайте нажмем. Что это у нас? А вот она получается! Ну-ка, ну-ка, ну-ка! Давайте посмотрим. Вау! Вот, уже получше! О, бахау, нихера себе. Тебя нашли, Брюс. Прикольно, блин. Самое главное, опа, опа. Нет, не смотри так, я стараюсь как могу. А, это папа, скорее всего. Так. Опа, опа, что-то на тут у нас что? О, нифига себе, элементы, нанотрубка. Класс, на самом деле, нанотрубка, это получается у нас... снаряжение. Оно может раз получается улучшать. Да? Видите? Тут прироста нигде нет, а его прирост может сделать. Вау, на самом деле круто, а? Давайте же до конца сделаем прирост, а? Вау, максимальная мощь.
Так, получается, последняя. Ну вот. Авторизация человека. Правда, эпнули, нифига себе. Мощь 7 уровня, коллекция. Вау, Черная вдова 2014, блин. Знаете, очень даже захотелось купить себе комиксы, а. Правда, пока денег нет. Так, ладненько, все, погнали дальше. Получается, у нас тут лаборатория Тони Старка. Ну да. Летательная машина прабабушки. Красавица. Фига себе, летательная машина. Прабабушки? Вау, круто. Ничего себе, я просто хочу везде осмотреться, поэтому не спешу. Вау, супер. А Тони Старк это вообще шикарен, а? На самом деле. Ну и в том плане, что вы подумали. А просто, ну, прикольный герой. Ну все, теперь можем летать. А, вау. Учится, мы собираем для человека заново. Незваные гости. Ну-ка, на притоке. Привет, ребят. Видели, да? Класс, блин. Опа-опа, подожди. Опустимся. Я помню, я тренировку проходил. Так, подожди, что это у нас? Еще один ящик. Класс. Тут у нас что? Элементы, трубка, химера на приколе. На приколе? Ха-ха, коллекционный предмет. Серьезно, так написано было, на приколе. Ой. Вау! Вот это супер, а! Пошли бы вы нахер, а, дроны. Так, подожди, как это сделать? А, пока нельзя, что ли? Вау! Ху-ху-ху-ху. Двоих сразу. Так, найдите запасной шлем. Во! Двоюродный дедушка Роб, герой войны. Ты... Я у него медалей. Молодец, молодец, твоя дедушка. Все они герои, Старки. Пора заканчивать сборы. Да, пора. Надо теперь шлем найти. Я только вот шлем найти бы. Где-то здесь. Опа, еще один ящик, где я пристреляю мастерски, именно куда нужно. Так, это получается у нас восстановление щита, коллекционный предмет. Супер. Блин, кайфа. Так, где же шлем найти, а? Ага, вот наш шлемак. А, вот он, обычный шлем. Хорошо, что у меня нет соседей. Они бы полицию вызвали. Ого! Нет брони, нет проблем. Получаем достижение. Ты тоже любишь эффектно появляться, Старк. Неплохо. Модок. Но... Я бы дал 7 из 10. Рад встрече, Джорджи. А, Джорджи. Или украл еще компанию за миллиард? Только твою. Эй, замена окна за твой счет, Дарлтон. А, Дарлтон, блин. Я дал больше зеркал. Я выкинул все, что не радовало. Кстати, угадай, в какой бы ты оказался пушке? Отдай девчонку, Старк. И что? Ты после этого уберешься отсюда? Мистер Старк. Я шучу. Блин, вою мне. Стой рядом с зеленым милашем. Да ё-моё. Чтоб тебя, жизни-то мало. Наша помощь. Ой, знаешь, а по мне так нет. Не люди болеют. Вау, 8-8-8. Вау, что класс. Это супер, а. Еще немного? Есть! Да сейф жутко... жутко бот. Как Тарлтон управляет этими аппаратами? Я не знаю. Он получил Вау. Силы после катастрофы. Я как-то раз видела, как он управлял робопауком. Пауками дело не ограничивается. Супер! Вау, Хаук, блин, супер, давай. Тони Старк, я верю тебя, ты супер крутой. У тебя... Можно полетать. Гамма. Ё-моё, вот это вот фигово уже. Жизни-то мало. Вау, просто помахаться прикольно будет, а. Вау, да вообще супер. Ой, блин. Так, Тони Старк наверх. Ага, жизни. Быстренько-быстренько, это убьют нас. Так, получается. Видишь, как Хау гостит, да? Ну, я помогу ему, а, немножечко. Ты меня вечно принижал. Супер. А, понятно, обиделся. Пошел ты нахер, да, вот так. Звучит красиво. Да вообще шикарно звучит. Так, Ваня, лучше
нашу энергию. Вау, видели, как Кал госит, да? А прикольно, когда были за мстителями, а? Как они госятся на самом деле, а? Супер! Держись ближе к Калку. Да все нормально, все хорошо. Не слишком близко. Блин, а? Нет, я справлюсь. Смотрите. Фу. Ты еще не готова? Нифига себе, Камао опять стал большой. Супер, только если переключаться между мстителями, а? Хотя, в принципе, совсем. То есть так и так хорошо. Странно снова видеть вас вместе с Бэннером. Ну, мы с Брюси ходим к специалистам. Она супер, Эдр с кепкой, гибкая, легко подбирает пароли. Нет. О, вот это четко не зря я использовал против этих летних синтоидов. Вообще будет сука, а. Пошли нахрен, а. Какой-то синтоид, а. Получай, мудак. Ну-ка, Халк, помогай. Давай. Ого. А Халк реально крут. Халк просто молодец. Смотрите, как Халк гостит, да? Видели, да? Вот, блин, подождите. Апнуться надо. Есть. Щитки. Ой-ой-ой. Я слышал заявление доктора Бэннера. Мстители были угрозой. И не я приказал распустить ваш отряд. О, мисс Марио Халк, это же пока секунду жизни. Это все для меня? Нифига себе. Ну не стоило. Эй, что это было? Доктор Тартон. Тартон. Ты научился подключаться к роботам? Подожди, подожди, все, Дим, давай, соберись, а. Ты же замерзнешь, а. Помоги бы же Халку, а. Да, я ничего страшного. Я свою сторону 5 лет назад выбрал. Благодаря тебе. Вау, супер. Я оставлю вас с Бэннером в покое. Ни за что. Хрен тебе, девчонку, а. Языка сняла. Мудак, а. Вау, посмотрите Халка со стороны, да? Видите, круто на самом деле посмотреть, а? Блин, сам Халк вообще крутой, а? Смотри, женщина, человек вообще все мстители классные. Почему ты не слушаешь чужие аргументы? А зачем бы? Стой! Нет! Что мои вещи? Как Тара там выглядит? Все хорошо? Хорошо, как никогда. От твоих поделок нет толку. Позволь бы мне разобраться с Халком и Хан. Архив был бы все еще цел. Не наглей. Теперь не ты здесь командуешь, а он. Мальчишкой я нашел брошенного волчонка в лесу за нашей фермой. Что? Отец запретил оставлять его. Сказал мне, что это опасно. Я накормил его, дал имя, смотрел, как он играет с моим псом, Дарвином. Не трать мое время! Я думал, что установлю правила, какие-то рамки, и смогу усмирить природу зверя. Ты закончил болтать? Практически. Полгода спустя, на охоте, волчонок накинулся на меня. Рычал, из пасти валила пена. Дарвин выиграл несколько секунд, и я позвал на помощь. Отец пристрелил волка, но было поздно. Он разорвал Дарвина в клочья. Джордж, он нам нужен. Извини, на меня что-то нашло. Уйди, прошу. Джарвис, ты все такой же. Добро пожаловать, мистер Старк. Я скучал. Все в норме? Все в рабочем состоянии. Выкладывай. Запущен запасной энергоблок Химеры. Многочисленные повреждения корпуса. Двигатели отключены. Климат... Так все плохо. Всего лишь точная оценка. Что ж, поднимем эту птичку в воздух. Что, прости? А им знает, где она. Значит, ее не должно здесь быть. К их появлению. Что? Ладно.
Пока мы все разгребаем, можешь кое-что для меня сделать? Конечно, сэр. Попробуй-ка расшифровать этот файл. Ладно. Доступный новый герой. Сейчас глянем, почему Вау. Турбины не работают. Надо проверить инициирующие. Маленько, это же будет следующая серия. Седьмая серия под названием «Светский визит» завершена. Теперь у нас в команде пополнение. Теперь у нас есть длинный человек. Это круто. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока. Серия получилась классная, прикольная, интересная. Да, я вырубил, не стал я уже включать. Всем покедова.